46 лет назад в нашей стране были созданы отряды юных инспекторов движения. К этой дате в центре «Лесная сказка» приурочили праздник «Безопасная страна ЮИД». Ученики школ Щелковского городского округа поучаствовали в тематическом представлении и сыграли в интеллектуальную игру «Брейн Ринг». Чтобы воспитать законопослушного участника дорожного движения, нужно начинать с самых юных лет. Именно этим занимается центр «Лесная сказка» совместно с ГИБДД Щелковского городского округа. Ширина велосипеда менее 1 метра. Фальстарт нет. 4, верно. Сегодня мы собрали основной актив отрядов ЮИД, так называемый совет. Вот, такое мероприятие мы будем повторять ежегодно. Вот, в такой форме, брейн-ринга, ребята ссорились, там, с азартом к этому относились, они все знали ответы на вопросы. Здесь, скажем так, быстрота побеждает. Самим ребятам игра показалась очень увлекательной и познавательной одновременно. Также каждая школа представила свой музыкальный номер. Сегодня с нашей командой мы участвовали в турнире юидовцев. Было интересно. Ну, проверить знания и быстроту рук. Ты что-то узнал вот из этой полезной игры, да? Да, к примеру, где изобрели первый светофор. Ты не знала, и вот сейчас ты узнала? Нет, у меня только были предположения какие-то. И где? В Лондоне. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма чрезвычайно важна. И в Щелковском городском округе ей уделяется действительно много внимания. Всего у нас 129 отрядов юных инспекторов движения, их количество будет расти. А это значит, что все больше детей разных возрастов будут знать, как правильно вести себя на дороге. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».